Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум или же Александр, и сегодня вместе с вами мы возвращаемся к прохождению замечательной игры под названием Battle Cats. После долгих раздумий, друзья, я пришел к мысли, что нужно потратить немножечко своих фруктов и какому-нибудь моему любимому коту придать новый истинный облик. И давайте сейчас пробежимся немного по моей команде и посмотрим, кому этот облик можно придать. Я больше этим голосом говорить не могу, он странный, но он такой спокойный, правда ведь? Ладно, переходим к всем котам и смотрим, кто же все-таки удостоится этой чести, друзья. Конечно, я могу многим придать истинную форму, но в то же время я этого сделать не могу по причине отсутствия некоторых из необходимых ресурсов. У меня есть фрукты, но эти фрукты, они уже собраны во что-то целое, а одиночных, каких-то разбросанных, разделенных фруктов у меня нету. Поэтому какому-нибудь коту я все-таки форму придам, просто для того, чтобы он у меня уже был в истинной форме, чтобы я был готов к тому, что я могу его использовать когда-нибудь. Так, ну я даже и не знаю, кого можно сделать, друзья. Ни на кого мне не хватает денег, давай. Давайте, может быть... Так, а вообще, наверное, может быть, стоит Монг Кэта, друзья, использовать. Все-таки прокачать его и посмотреть, что же он будет из себя представлять и как он будет сражаться. Наверное, я так и поступлю. Где тут Монг Кэт? Я ему не буду придавать истинную форму. Ой, Сквин. Я просто попытаюсь его взять в свою банду. Так, а где он вообще находится? Касаджиза может получить истинную форму, но это лишено всякого смысла. Эти все не могут, эти все не могут. Блин, кто-то... Балалан пасалан, но это из лаланов, это, наверное, не самый лучший вариант. Я хочу сейчас найти Монг Кэта и дать ему новый внешний вид, чтобы он стал крутым, сильным. Или Баттерфляй Кэта. А давайте Баттерфляй Кэта сделаем, друзья. А давайте сделаем Баттерфляй Кэта. В свое время он реально принес мне множество замечательных, чудесных, великих побед. И... Воу! Что с тобой стало, дружище? Ты же был котом! Потом ты стал человеком, котом, а сейчас ты кота-рыба! Фишмен Кэт, посмотрите, это... Вот, друзья, вот истинный Посейдон наших морей. Фишмен Кэт, это наше божество. Мы выбираем вместо Посейдона Фишмен Кэта. И вместо Аквамена, друзья, мы выбираем Фишмен Кэта. Лучше бы сняли фильм не про Аквамена, а про Фишмен Кэта. Мне кажется, гораздо больше людей бы... были впечатлены и гораздо больше людей пошли бы на его просмотр. Ну, я бы точно пошел, ну, потому что, ну, Фишмен Кэт же ведь. Так, давайте посмотрим, где он у меня лежит. Я хочу его использовать, он выглядит, ну, довольно-таки крутяцки. Так, я уже и не помню, где он был, если честно. Фишмен Кэт, прости меня, браток. Фишмен Кэт, вот ты где, он стоит 675 всего лишь. И как раз кого-то из своих котов я хотел заменить. Я хотел заменить, не помню кого. На его место я возьму... Давайте вместо вот этого возьмем. Потому что, ну, он вроде как сдерживает атаки, но довольно-таки не очень быстро и не очень хорошо он их сдерживает. Хип-хоп Кэт, кстати, говорят, еще тоже сильные. Но я не знаю. И обычного кота я должен сейчас заменить на Крейзи Кэта. Где наш Крейзи Кэт? Крейзи Кэт? А где Крейзи Кэт? А где Крейзи Кэт? В редких же он нахуй... А где он? Подождите. Где Крейзи Кэт? Крейзи, обычный стандартный кэт. Друзья, я не могу найти Крейзи Кэта. Что за дела? Спешл. И не здесь он. А может быть, супер рейр? Так, друзья, секунду. Все, друзья, наконец-то его нашел. Он лежал в супер редких. Ставим его на место обычного. И отправляемся в бой проходить следующие уровни. Они для меня сейчас довольно-таки простыми являются. И смотрите, друзья, здесь нету никаких ограничений на планете Миртос. Не знаю, какой уровень это уже по счету, когда мы наконец-то встретимся с боссом, но я могу строить Крейзи Кэта. Это зашибись. Их будет много, но Касаджиза все-таки лучше. И, конечно, хочется посмотреть, как будет выглядеть мой новый код. О, нифига, какой он быстрый! Нифига, какой он быстрый! И насколько удачно он будет бить и сильно... А, он даже ударить не успел, его просто телепортировали. И выживает, смотрите, и выживает. Здоровья у него хватает, в принципе. Блин, классно. Но все равно основной акцент, разумеется, будет на Касаджиза, друзья. На Касаджиза и на бомжей. Он просто будет выступать в качестве поддержки, но он прикольный. Я хочу посмотреть, как он атакует. Я что-то не обратил внимания особо, если честно. Так, о, он просто ха-ха, блин, как это забавно. Блин. Он такой, уууу, я тут, не забывайте про меня. Я рад. Блин, я какую-то херню сотворил, вместо того, чтобы боевать и спамить, я смеялся. Ладно, сейчас все сделаем нормально, друзья, сейчас все будет хорошо. Нет, разумеется, банки я использовать не хочу, мы просто начнем уровень заново, и я лучше его пройду. Мы сначала будем строить Касаджиза и сначала будем строить выживальщиков. Каким образом?
мы сформируем начальную базу для защиты от врага. Это, мне кажется, правильно. Так, смотрим, секунду. Я тут, друзья, продолжаем. Даже сделаю еще одну прокачку денег, и сейчас начну спамить бомжей. Потом Касаджиза, и вместе они, наверное, смогут противостоять этим противникам. Хотя это не факт. Слон и муравьед довольно-таки неприятные бойцы. На самом-то деле, возможно, было бы неплохо построить здесь Волли, но я не знаю, друзья. Давайте их и... Блин, без спама, наверное, все-таки мы не справимся, да? Нужен спам, друзья, нужен спам. Нужно больше спама. Нужно, кстати, на единичку указать себе мой Crazy Matcha Cat, просто я этого еще не сделал, поэтому возникают некоторые трудности. До базы не доходите! Не доходите до базы, наверное, не стоило делать столько прокачек, потому что, друзья, вот видите, что получилось. Блин! Жестко достаточно. Ой-ой-ой, жестко. Ладно, сейчас все будет красиво. Начну сразу спамить. Я что-то, видимо, без спама сражался, поэтому и возникли проблемы. Сделаю одну прокачку денег, потом буду спамить. Прокачка денег, все, спамим котами. Как появятся деньги, построю бомжа, потом построю Касаджиза. И вместе они смогут, думаю, отбить атаку противника. Ай, почему не... Я нажал кнопку, а это меню не перевернулось, странно. Ладно, хорошо. Два бомжара, потом Касаджиза пойдет. Вместе вы справитесь. Все, лишних котов мы, друзья, не строим. Только Касаджиза, только бомжи. И все. И конечно, спам. В виде Crazy Matcha Cat. Хотя, возможно, стоит спамить еще и обычными. Иногда, время от времени, это, мне кажется, было бы разумно. Так, ну что, Касаджиза давай. В следующий раз уже построю бомжа. Касаджиза накопилось вроде довольно-таки много, но все равно, блин, этого недостаточно. Враг-то довольно силен. Возможно, нужно МК котов строить, потому что, ну, не хватает демеджа, друзья, и не хватает спама. Они слишком близко подошли к базе. А МК коты с этим хорошо справляются. У Касаджиза, конечно, урона много, они мощные, но этого недостаточно явно. Оп, заморозка пошла. Давайте-ка эти построим. Все. Начинается настоящее жесткое месиво. Мы не должны подпустить противника. Мы не должны врага подпустить. Нужна метама. Друзья, тут метама нужна. Тут метама со слоном. Нужна метама. А, у них звезды. А звезды — это барьер, который нужно разрушать. А у меня нету котов, которые разрушают этот барьер. Нужно будет это дело тоже как-то поправить. Блин, а как это дело поправить? Хотя, возможно, мы, возможно, еще не проиграли. Возможно, удастся отбить эту атаку. Друзья, я очень на это надеюсь. Я очень надеюсь, что нам удастся их отбросить. Нет, не удастся. Не удается. А как быть тогда? Может быть, им кашниками поспамить? Блин, я не знаю. Звездочки эти, да? Звездочки. Давайте посмотрим, кто является разрушителем барьеров, друзья. Давайте посмотрим. Надо посмотреть. Мне об этом рассказывали, но я никогда этого не прислушивался, скажем так. Так, по-моему, вот это, да? Massive damage. Так. Вот, барьер брикер. Вот. По-моему, звездочка — это и есть барьер. Так, посмотрим, правы они были или нет. Ой-ой-ой-ой-ой. Угу. Валькирия тут нужна. Маленькая валькирия. Пускай у нас маленькая валькирия будет вместо, наверное, вместо вот этого. Говорят, вот этот убер сильный, поэтому я его убирать не буду. И почему я их не строил, кстати? Я тоже не знаю. Ладно, Миртос, поехали, попробуем сейчас поспамить дешевыми уберами, там посмотрим. Остальных просто котов, разрушители барьера, я не хочу строить, потому что они так себе. Ну, будем честны. Так, МК. Короче, пока играем через первый ряд, друзья. Почему вообще у меня стоят коты так разбросано? Внизу должны стоять только уберы, а в первом ряду должны стоять вот эти товарищи. Но я не знаю, почему-то настроил неправильно свою команду сейчас. Не знаю, будут они справляться, не будут. Но, по-моему, МК здесь не особо эффективны. Посмотрите, они с первого раза погибают. Я просто, походу, впустую трачу деньги. Хотя за это время могут накопиться бабки на Касаджиза, и в итоге мы все-таки атаку сдержим. Но нет, Касаджиза здесь тоже не справляются. Очень быстро погибают. Надо несколько хотя бы вот этих пингвинов убить. Тогда дела будут обстоять гораздо лучше. Но мы не можем пока. Не хватает выживальщика, конечно. Надо выживальщика на первый ряд переместить вместо вот этого, возможно, пловца. Потому что пловец, ну, я думал, он будет круче. Возможно, против других он будет крутой, но против этих конкретно он что-то как-то слабое. Не, без выживальщиков здесь делать нечего. МК здесь не помогают. Не-не-не. МК раньше были классными, но эти пингвины какие-то совсем уж жесткие, и в общем, надо тактику свою менять. Хорошо, сейчас изменим тактику. Все должно быть гораздо лучше. Так, выживальщика мы ставим сюда. Снизу будут стоять уберы. И вот этого, давайте, вот, давай, берись. Поставим вот так. Посмотрим. Выживальщик, давайте вместо... Да, блин! Вот так, да.
Все. Поехали. Посмотрим, посмотрим, получится ли таким отрядом изначально врагу доставить какие-то неудобства. Сделаю сначала одну прокачку, а потом буду спамить уже Crazy Match Academy, потом построю выживальщиков, потом построю за 600 вот этих вот дамочек. И посмотрим, что из этого выйдет. Для начала выживальщик, друзья. Начнем с выживальщика, продолжим дамочкой и закончим Касаджиза. Все должно получиться, мне кажется, почему-то. Хотя, может быть, и не получится. Вообще было бы неплохо воли построить просто для заморозки. Давайте, пускай один воли будет, чтобы у нас было время, пока мы строим нормальных мощных котов. Давай, воли, молодец, замораживай. И да, сказали, что если воли полностью прокачать, то, возможно, из этого получится кот, который 100% замораживает противника. Не знаю, насколько это правда, не знаю, есть ли в этом смысл. Но мне не хватает какого-нибудь мощного кота, типа Валькирии, друзья. Были бы у меня сейчас деньги, я бы построил Валькирию или построил бы Метаму, и тогда бы реально было бы здорово. Но пока что-то как-то я с денежкой вообще не складываются на отношения с денежкой. Ну, смотрите, мы вроде должны убивать. Хорошо, хорошо, воли еще один. Хорошо, 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 деньги появляются, друзья. Появляются деньги, погибают первые волны пингвинов. Мы начинаем зарабатывать. У нас появляется массовая... Ой-ой-ой-ой, 4200, надо накопить на Валькирию. Валькирия разрушает эти барьеры. 4200, надо убить несколько пингвинов. Или лучше сразу Метаму. Все, бум, вот теперь мы пообщаемся. Да, эта стратегия оказалась несколько лучше. Не знаю, насколько большую роль сыграла здесь вот эта вот дамочка с бамбуком. Потому что, ну, мне сказали, что она сильная, характеристики я ее не знаю. Поэтому, друзья, вот... Подскажите мне, насколько она хороша. Был бы благодарен. Блин, эти звезды... Нужны разрушители барьеров. А это маленькая Валькирия. Хотя, возможно, и без разрушителей барьеров. Мы можем... Да, мы же убиваем врагов со звездами, даже если у нас нету котов, которые способны пробивать барьеры. Даже без этого мы с ними справляемся. База сейчас сломается. База! А как же так случилось-то? Ой, как же больно-то, я не думал. Вот так неприятность, вот так беда, друзья мои. Ой-ой-ой. А я и не обратил внимания, что ХП заканчивается. Ладно, давайте возьмем, используем бонус, почему бы и нет. Ладно. Походу без бонуса здесь я пока не готов воевать. Эти звезды для меня что-то новое. Непривычные враги. Сразу построю тогда маленькую Валькирию. Денег у меня довольно много. Они появляются быстро. Накоплю на маленькую Валькирию. Мы построим ее. Она пробивать будет барьеры пингвинам. Мы заработаем деньги и не подпустим противника близко к себе. Я думаю, что эта стратегия может сработать. Ой, что-то она быстро полетела в бой. Ну и как-то что-то не особо такие она и сильно валит. Хочу сказать. А пробивает она вообще барьеры? Нет? Что? Это все, что она сделает. Эй, это подстава! Я не думал... Ой, блин, неприятно. Надо было ее позже строить, когда сформировалась бы какая-то банда уже. Вообще, конечно, лучше бы я построил Метаму, и тогда бы точно мы бы врага победили. Потом бы появились постепенно деньги на Валькирию, и все было бы здорово. Не, ну тут бесполезно уже сражаться, я не вижу смысла. Хотя, ну, блин, сражаюсь. Сдаваться неохота тоже, знаете, когда... Типа, на последней капле крови будем биться. Вон, еще покемон хорошо бьется. С барьерами, говорят. Ай, блин. Хорошо. Я еще не сдаюсь, я не готов сдаться. У меня есть энергия, у меня есть бонусы на максимальные... Запас денег на максимальные бонусы. Все, начнем с Валькирии. А там уже... Хотя давайте всех строить. Деньги имеются. Сначала буду строить этих ребят. Они уже будут кое-как сражаться, в общем-то, с противником. Поубиваем этих пингвинов, появится Валькирия. Короче, все пока здорово, друзья. Так, надо одного воли построить, просто чтобы замораживать. Давайте построим одного воли. Дальше спамик, кассаджизики и старый добрый бомжара. Все, пока все нормально. Пока, друзья, все хорошо. Еще одного выживальщика. Еще бы одного кассаджизу сюда, вот так вот. Побольше спамика. Ну, блин, сейчас вот-вот дойдет уже слон до базы моей. Блин, а где воли погиб уже? Что-то как-то вообще в этот раз плохо. Несмотря на большую кучу денег, мы что-то с пингвинами не справляемся, они опять до базы дойдут. Жестяк! Жестяк! Не подходите к базе, сволочи! Сволочи, отойдите от базы! Все, они опять возле базы, блин. А пингвинов я убить не успел. Странно. Ой, так вообще печально. Печально. Как же так?
Ладно, еще одна. Нет, я не хотел. Я не хотел, честно, не хотел. Я не хотел этого делать, друзья. Ой. Ой, как же неприятно получилось. Блин, впустую потратил деньги. Валькирия, не лети так быстро, не лети вперед. Стой позади. Ну мы-то этот уровень теперь точно пройдем. Но я не хотел таким образом его проходить. Это читерство. Я хотел своими силами, блин. Ну это беда. Давай, пробивай, Валькирия, барьер. Ну так, пуп. Да уж, это жестко. Это жестко. Они реально пробивают барьер, видимо. Да, видимо, это реально работает. Не сказать, чтобы особо сильно. Вот муравьед больше доставляет неудобства, чем слон. Да, у него большая дальность атаки. Да, умри. Да, барьеры, барьер пробивается. Нужны именно эти коты. Я понимаю, что это так. Ну и пока на этом все, друзья. Большое спасибо за внимание, за просмотр. До новых встреч. Всем спасибо, всем пока. И, чувак, давай, советуй. Выпрыгивай. Пиу! Да, я люблю тебя тоже. До свидания, друзья. Всем удачи.